И снова здравствуйте, всем привет, рад всех приветствовать в новом наступившем году. Это 2 января сегодня, 2022 год. Как время прям. И вот набросал я такого персонажа из мультфильма «Тайна Коко». Вот так он выглядит. Ну, вроде похож. Модель будет в описании для скачивания. Если кому-то будет интересно сделать с ним анимацию, я здесь уже вставил косточки именно из Миксама, чуть-чуть подкорректировал, добавил кости на воротник, вот на этот. Сейчас давайте посмотрим, как работает. Вот сделал гитару, вроде похожа. И вот косточка, отвечающая за управление этой гитарой. Так, это кости выбираем, заходим в осмод. Значит, что? Персонаж у нас здесь вот. Садится, все работает у него, Ctrl-Z. Итак, персонаж работает нормально вроде как. Здесь, значит, воротник, stretch to настройка. Вот вы можете его натягивать на персонажа сюда. Ctrl-Z. Также персонажа можно по развертке раскрасить под труп. Потом здесь, значит, рот закрывается, зубы на месте держатся. Так, глаза я на косточке не устанавливал. Кстати, можете поэкспериментировать, попрактиковаться в настройке глаз. Ну и что? Вот такой, словом, персонаж. Будет два варианта, значит, файла. В одном файле вы можете свои кости вставить. В этом уже вот вставленные будут. И, по-моему, там два файла из ZBrush будут. Если кто-то хочет где-то что-то поменять, где-то пролепить, изменить черты лица, допустим, или поработать с одеждой, вот вам еще один подарок к Новому году. Если вдруг будет желание и настроение, я еще Гектора сделаю и его напарника. Но вообще мне интересно сделать бабку. Именно его бабку, не про бабку Коко, а его бабку, которая там тапком махала. У нее интересный такой типаж. Итак, модель для скачивания в описании. Все, всем пока, до свидания.